Традиция проведения конкурса молодых виртуозов была заложена в 2015-м, в год столетия великого пианиста Святослава Рихтера. Именно тогда председатель общественного объединения «Брестское областное музыкальное сообщество» Лилия Батырева предложила главе города Александру Рогачуку интересную идею. Задумка нашла отклик и одобрение. По итогам состоявшегося мероприятия организаторами было вынесено решение. А поскольку цель, а именно популяризация разных исполнительских школ и развитие потенциала пианистов 21 века, было достигнуто, конкурсу быть. Более того, в дальнейшем расширять географию музыкантов. Долгосрочным планом было суждено сбыться. Об этом говорит интерес исполнителей в нынешнем году. Поддержала вся Беларусь. Присутствуют все учебные заведения, средние учебные заведения Беларуси, плюс такая десятилетка интернат Ахремчика, имени Ахремчика, и наша замечательная лицей-гимназия Белорусской государственной академии музыки тоже приезжает. И от этой академии музыки как раз ученица из Китая. По словам автора проекта Лилии Батыревой, участники нынешнего конкурса смогут полностью раскрыть свои творческие способности. В обязательной программе, как и прежде, 5 разнохарактерных произведений, в том числе свободные. С 16 и по 18 марта участники будут выступать в камерном зале Брестского государственного музыкального колледжа имени Григория Ширмы. Определять лучших из лучших будут музыканты-исполнители, профессоры и преподаватели музыкальных учебных заведений из нескольких стран. Если вы придете слушать, будет просто интересно, потому что это надо послушать, как музыку белорусскую исполняют вот все наши музыканты всей Беларуси. А так вся Беларусь охвачена, это уже хорошо. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.